стихотворение Юлии Друниной «Бинты». Читает ученица 9 класса Герасимова Елизавета. Ильинская общеобразовательная школа. Глаза бойца слезами налиты. Лежит он напружиненный и белый. А я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смелым. Одним движением. Так учили нас. Одним движением. Только в этом жалость. Но встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекись лила, стараясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобой!» Так с каждым церемонится беда, да ему лишь прибавляешь муки. Но раненый метили всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты. Как жалко, что науке доброты нельзя по книжкам научиться в школе. Умнич.